Всем привет! Всем привет! У нас сегодня видео такое сумбурное. Гуляем по Владивостоку, решили подснять, значит, виды, которые перед нами открываются. Сложность ситуации заключается в том, что на улице как-то не очень радостно, капает дождик, в общем, сыро, и поэтому мы немножко такие скукореженные, это раз, и во-вторых, ну, капельки могут падать на объектив камеры, поэтому картинка может быть периодически, скажем так, ухудшаться. Думали, погуляем, поснимаем, а погода вот подвела. Не знаю, особо много говорить сегодня неохота, поэтому будем периодически молчать. О! Аварий. Какая красивая машина. Как красиво украшенная, как мигает, да? Ага. Голубь замерз. Так, ну что, наверное, надо пойти сходить в переход. Что там? Дорогу-то как-то переходить надо. Так, ну что, где пойдем? Мы пойдем по Океанскому проспекту сейчас. А в переходе было уютнее. Ну, там не капало, по крайней мере, да. Здесь как-то сыро, мягко говоря, да? Вот сейчас мы довольно-таки далековато. Я думаю, наверное, на камеру не видно. Вот это вот строение в такой в зеленой такой окантовке. Сверху часы. Это у нас местный Биг Бен, да? Ну, подойдем ближе, надеюсь, будет лучше видно. Я первый раз, когда увидел, почему-то решил, что это что-то в лесах недостроенное. Оказывается, это было так задумано. Да, кажется, как будто это здание на реконструкции. Сложность заключается в том, что когда уже видишь все вот это вот не первый раз, уже на многие вещи даже не обращаешь внимания. А для кого-то, может быть, все это в диковинку. Вот, к примеру, вот тут моряк стоит, статуй, так это называется, да? Статуй. Вот. Первый раз, когда я увидел, было, ух ты, столько эмоций. Сейчас ходишь, даже на него внимание не обращаешь. Я ему палец натер. Палец ему отполировали, дай бог. Это прям, прям вообще. Символизирует моряка, который из дальнего плавания приехал. Да, да, это еще вот привет с далеких советских времен. Это было круто, когда человек мог, так сказать, побывать в загранке, приехать, вернуться потом в Россию с подарками, с дорогими вещами, с импортными. Смотри, он. С очками, у него там пачка сигарет. Да, да, да. Да куртка никакая попала. Ну да. В былые времена бы, наверное, раздели бы до трусов бы человека. Вечером бы я в таком прикиде точно бы не стал гулять, да? Не пойму, что написано. Ну, это, судя по всему, пластинки какой-нибудь импортной группы, наверное, ну, грубо говоря. Точно-точно. Так да, что как-то так. Винил. Так что было время, мы очень сильно преклонялись перед любым изделием. Заграничным. Да, заграничным, где было написано что-то на непонятном нам, так сказать, языке, да? Так, ну, либо чьи-то часы отстают, либо чьи-то часы торопятся. Но мои немножко вперед, да, идут. Так что вот так выглядит наш местный Биг Бен. Они отстают. Думаешь? Ну, бывает. У меня на всех часах уже, вот на одни 23 минуты, на двух других 25 минут. Тоже, да, вот продукты, еще и дублировано все это на китайском. Это же китайский язык, Ксюш? Китайский, да. Что написано? Что у нас здесь есть? Сигареты, спиртное, чай, шоколад, кофе, и сахар. Что, добро пожаловать, написано. Интересно, а эти продавцы на китайском умеют разговаривать? Да вряд ли. Так, ну что, я пока, наверное, выключусь. Куда мы сейчас идем? Мы сейчас повернем направо и пойдем. Направо? Направо. Ясно. Ну, мы переходить дорогу не будем сейчас? Нет, пока нет. Что это? Папанцы. Что это? Чё? Вот, что это? Не знаю, салон подарков написано. Папанцы или папанцы. Тут сейчас
настолько все разбросано, что порой не знаешь даже, на чем заострять внимание. Тут все до кучи, и салоны красоты, и магазины, и всякие кофейни. Вон. О, я нашла. Девочка плачет. Кто-то обидел ее. Она не плачет. А что, а прячется? Просто закрыла глаза. Японская анимешка. Да, тут идешь, читаешь-то, то бурятская кухня, то вот корейская кухня, сейчас вот китайская кухня, где-то попадалась японская кухня. У нас тут азиатских блюд, да? Заходи, ну, пробуй. У нас же тут азиатские блюда. Хотя вот, честно говоря, врать не буду. Вот ходим, смотрим, ни разу не заходили, ни разу не ели. Во-первых, у нас есть свой повар, специалист по китайской кухне. Раз, переплачивать зачем? Два, да? Хочу похвастаться. Саша мне подарил камеру. У меня теперь есть она персональная, индивидуальная. Называется Pocket 3. Это такая четкая штучка. Вот я ее сейчас держу в руках. Ну, как я ее покажу вам? Никак. Где-нибудь я ее, наверное, вставлю. Может быть, потом фотографию или еще что-то. Кто-то знает, что это такое. Так что я теперь буду без умолку болтать. И Саша меня не остановит. Зато, по крайней мере, Саша меня не будет дергать постоянно, что я либо тихо говорю, либо перебиваю его, а он меня. Мы с ним постоянно. Купили Оксане игрушку, вот она ее сейчас тестирует. Ну, так сказать, вообще просто включили сейчас, грубо говоря, с коробки и вот пытается что-то записать. Вот. Ну, надеюсь, что покупкой она будет довольна. Вот. Ну, а я пока снимаю на старую камеру, хотя, что греха таить, купил себе точно такую же вещь, единственное, ну, в более облегченном варианте. Ну, как бы, чтобы себя тоже сильно не обижать, поэтому, как бы, вот, решили, что должны быть камеры у обоих. Тем более, ну, техника имеет свойство устаревать, вот, ну и, как следствие, приходится обновляться, приходится тратиться. Так, мне, конечно, еще сейчас... О, я попала. Да. Я попала. Здесь надо на кнопочку нажать, чтобы выровнять горизонт. Чтобы он следил за горизонтом, чтобы ничего не заваливалось. Все это пока тестирование камеры. Нужно будет все это изучить, как она работает правильно. Чтобы я тут без проблем на все кнопки нажимала, потому что я... не технократичный человек, мне нужно на каждую кнопочку нажать раз 1000, чтобы запомнить, где какая функция, где как что работает. Ну, конечно, я утрирую, не 1000, но раз несколько точно, чтобы все это запомнить. Так, это мы вот шли по Океанскому проспекту и вышли на центральную площадь города Владивосток. Вот так она выглядит, мы ее уже неоднократно показывали. Кстати, на улице холодно. Я сейчас, наверное, буду одевать перчатки, потому что у меня уже руки задубели. Сейчас пойдем куда-нибудь. Куда мы идем, Саш? В туалет мы идем. Вот так, поняли, по секрету. Мы идем в туалет. Вот тут такие, гляньте, какие штуки красивые. Дальневосточная тема, крабики, рыбки. Вышла девочка с голубыми волосами. Мальвина, что ли? Так, а мы куда? Мы на площадь? Так. Туда? Туда. Здесь в переходе вот такие вот интересные есть картинки. Это что у нас? Это керамика. Голуби тут в переходе. От дождя прячутся. О, гляньте, какая красота. На тематику Владивостока. Здесь и памятник на центральной площади. Военно-морской флот. Ну, кто вот, все связано с Владивостоком. Интересные штучки такие. Так, под землей прошли, идем на площадь. Сейчас вот я вам ее как раз и покажу. Китайцы. О, смотрите, да, китайцы. Нихао! Нихао! Ула! О, нихао, нихао! Ница моя! Ниман хау-хау, ниман сихуан, це фула Владивостоке. Це луо си сихуан, ба? Сихуан, фейчан пьяу ляо. О, нихао, нихао, нихао. Вот,
Говорят, что им нравится во Владивостоке, нравится Россия. Всем сказали привет. Это у нас китайские туристы. Нихао! Нихао! Дадяхао! Нихао! 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 Ниман! Ниман Сихуан! Сай фу Владивостокема! Сихуан! Сихуан! Сай луосема! Сихуан! Сихуан! Да, нравится, нравится ребятам у нас во Владивостоке, нравится у нас в России. Бегут куда-то. Оксана аж светится. Оксана аж светится, да, Саша сказал. Я всегда рада пообщаться с китайцами, потренировать язык. Это вообще великолепно, здорово. Просто пообщаться с людьми. Почему-то китайцам нравится кормить голубей на центральной площади всегда. Нихао! Такие радостные. Такое ощущение, что в Китае нет голубей. В принципе, вот такая вот она, центральная площадь Владивостока. По центру сухой фонтан. Вот там видно круг. Сейчас он, естественно, не работает, а летом очень красиво получается. У нас даже есть где-то, Саша снимал видео про фонтан прям. Как дети тут в нем бегают, купаются летом. У него много очень режимов. Вот вечером мы не были, я не знаю насчет того, что подсвечивается он по вечерам или нет. Нужно как-то задержаться будет здесь и посмотреть на вечерний фонтан. Возможно, он подсвечивается. Короче, походили мы, побродили. На улице холодно, решили мы на набережную не идти. Бога дней много. На набережную мы сходим еще и не раз, когда будет тепло. И у Саши родилась идея, поступило от него такое предложение, да, Саш? Ну да. Пойти сходить в музей востоковедения, восточных чего. Сейчас я вам покажу. Где-то... подожди. Мы не там вышли. Мы не там вышли, не на той улице. Сейчас перейдем немножко и пока и пойдем, наверное, сходим в музей, потому что в нем тепло. Да и в музей мы этот собирались сходить уже давным-давно.